Доброе утро, друзья! Пока мы с вами отдыхали, осень перевалила за вторую половину. И теперь только полтора месяца отделяют нас от зимы. А в нашем народном календаре сегодня день Дениса Позимнего. Уже по названию ясно, что сегодня нельзя недооценивать погоду и одеваться нужно соответственно. С этого времени начинает проявлять свою силу зима. Предки считали, что в преддверии этого времени года на землю выходили осенние лихорадки, злые духи, которые вызывают болезни. Отличным средством от них считали осиновую кору, которой полагалось носить с собой. В избе обыкновенно держали осиновое полено, на всякий случай. Если сводило ноги, клали их на полено. Если болела голова, то ложились на полено головой. Также славяне опасались в этот день открывать окна или держать их открытыми на протяжении длительного времени. Они верили, что через раскрытое окно в жилище может проникнуть дух болезни. Если без открытого окна никак, то на подоконник можно положить чеснок, лук, чертополох, осиновые ветки или листья, а также полынь. Если 16 октября стоит теплый день, то до 2 ноября морозов не будет. Если же воробьи собираются в стаи и постоянно перелетают с одного места на другое, надо ждать ненастную погоду. А если шиповник вновь зацвел, то остаток осени будет теплой и затяжной. Вот такой сегодня день. Удачи вам и до завтра!